Приветствую вас, Максим. С ревностью справляться ни в коем случае не нужно. Мне кажется, что наоборот, нужно раскрыть причины вашей ревности. Раскрыть то, что она, то есть ревность, хочет вам сказать и показать. Вот. И, соответственно, на это обратить внимание и скорректировать то, что необходимо. Вот. Потому что справиться, ну, вы подразумеваете под справиться, вы, скорее всего, подразумеваете только лишь избавление от ревности. А избавление от ревности — это не самый лучший вариант, потому что ревность ведет о том, что вам чего-то не хватает, что вы находитесь, грубо говоря, не в балансе. Вот. И... Вот, соответственно, ситуация такая, примерно. Ревность бывает из-за неуверенности в себе, из-за страха одиночества, из-за... Ну, как бы, сравнивание себя с другими людьми, вот, и из-за негативного опыта. Из-за негативного опыта измен, возможно, в вашем прошлом. Вот. Ну, соответственно. Вот. Примерно такой аспект, да, могу вам дать. Вот, в принципе, то, что я могу ответить вам. Это я могу сказать. На этом, в принципе, все. Дальше вы можете подумать сами, хотите ли вы заниматься психотерапией для того, чтобы работать с ревностью, или хотите все оставить так, как есть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится в самом лучшим образом.